гостиницы в Нью-Йорке. Вот такая небольшая гостиница. Называется она Holiday Inn. Это чтобы иметь представление просто. Вам ее достаточно для одного человека. Вот все, что осталось от 9-комплексного билдинга. Стоящие серые дальше дома – это всемирный финансовый центр. Он устоял, но там никто не работает. Там все сдвинулось, почву, там воды, реки рядом, там страшная ситуация. Это стена места, где люди, которые ничего не могут сделать по-другому, но хотя бы оставляют свой подарок, пишут пару слов. Вот эпицентр перед вами, вот это место несчастья. Это вот, видите, там такой вот, как железная вот дуга. Это бывший пальмовый зал. Стоит арк. Сейчас углубились на 15 метров. Пока этот вопрос. Вот вся эта зона, вот она перед вами, она уже углублена вниз, вы видите. Это стоят там серые, видите, с выбитыми стеклами. Это дома финансового центра. Okay, but finish, you just have to go.
Thank you.
спрашивали, где живут звезды кино, музыки, театра, журналов, газет. Вот здесь, на этой улице, перед вами слева. Это их район, это их дома. Некоторые дома выглядят довольно-таки скромно, не правда ли? Thank you.
Atlantic City.